Привет, с вами Реф. Сегодня снова Майнкрафт. Да. Так. Мы закончили на том, что пытались уничтожить спаун зомби. Соответственно, сегодня я не успокоюсь, пока не уничтожу спаун зомби. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, жмякайте в колокольчик. Оставляйте комментарии. И если вы смотрите этот видосик в шортс, обязательно смотрите полную версию. И всем приятного просмотра. Так, а есть ли у меня инструменты вообще? Так, у меня есть лопата, есть палки. Так, есть уголь. Так. Ага. У меня нету камня. Попробуем. Сейчас тогда надо скрафтить хотя бы деревянную кирку. А деревянную кирку я тоже не скрафчу, потому что у меня нету досок. Поэтому сейчас надо добыть камень. А после уже... Так. А, факел у меня есть, значит, уголь мне не нужен. Так, половинку надо взять. Так, а может тут есть? Камень, да. Все, камень есть. Поэтому... Поэтому сейчас крафтим 10 кирок. Потому что лучше иметь их запас. 5 надо будет оставить в сундуке, чтобы в случае чего. Так, 5 топоров. 2, наверное, возьму с собой. И 1 оставлю в сундуке. Так. И 3 меча. Тоже 2, наверное, возьму с собой. 1 оставлю в сундуке. Все. Так, тут все. А, сейчас скидываем в сундук половину инструмента. Так. Угу. Это у нас тут их все. 5 штук есть. 3 топора. Так, по-хорошему бы еще уголь оставить. А, у меня тут были факелы, поэтому все вот так вот можно сделать. Так, что еще? А, доски у меня тоже были. Прикольно. Так, все, место оптимизировано. Так, меч один оставлю. Палки надо оставить. Так, одуванчик он мне не нужен, поэтому... Поэтому вот так. А он все равно ко мне попался. Ну и ладно, пускай будет. Сейчас, сейчас его скинем. Куда-нибудь вот туда. Разве никакой не хочу. Ну и ладно. Так. Угу. Надо сделать вот так вот сразу. Так, все. Можно смело отправляться вниз вспоминать, куда мне надо. Так, и так, куда я упал? А у меня тут дальше куда-то есть проход. Вот это, да? Вот это нежданчик. Так. Тут сразу зомби. Что надо по-быстрому натузить. Потому что зомби это что? Зомби это в данный момент еда. Так, там, по-моему, тупик. Да, там тупик. А теперь вопрос.
теперь большой-большой вопрос, куда мне надо бежать. Так, что здесь? Тут, по-моему, тоже тупик. Нет, не тупик. Тогда что там? Нет, там все-таки тупик. По-моему, да. Хорошо замаскированный тупик. Так. Да, я угадал. Эх. Тогда где зомби? Надо, наверное, закрывать ходы, где я был, каким-то образом. На какое-то время. Почему тут вот так вот поставить? А дальше. Нет, наверное, зря я там поставил, надо было где-то тут поставить. Чтобы сюда лишний раз не бегать. Так. Так, а если туда побежать? Так, это в самый низ. Туда мне, по-моему, не надо точно пока что. Так. Вопрос. По-моему, тут тоже тупик. Да. Там тоже тупик. Так, ничего не понимаю. Так, вниз тоже жать без толку. А, там крипер. Там крипер. Взрывайся там. Ой, а это что такое было? Что это такое было? Что это такое? Что за ёжик? Я не понял вообще, что это. Так вот. Вот это я вообще впервые в жизни видел. В Майнкрафте такое чудовище. Так, что здесь? Так, снова какие-то страшные звуки. Непонятно, откуда идут. А, так. Ну, ладно, пойдем тогда вниз. А там разберемся уже по месту. Так, что если побежать сюда? Так, там тоже что-то. Темные неисследованные. Любимые факелы. Так. Ничего не понятно. Очень интересно. Так, куда вот эта вот часть ведет? Тоже в тупик? Нет. А почему так произошло? А я запутался. А где я вообще? Так вот, я убегал наверх. Фух. Так, ладно. Сейчас посмотрим, что там дальше. Тоже темно. Да как ты в меня попал-то? Так, он же меня сейчас убьет. Так. По
по-моему, 60 хилится. Не люблю скелетов. Прям вот вообще не люблю. И где вот он? А вот он. Так, все, ура. Это было быстро. Ну, это самое важное. А там еще и паук. Паук это тоже нехорошо. Но не так, как скелет. Так. А и все, у меня нечем больше отхилиться. Так. Очень интересно и очень непонятно. С этим делать, куда дальше бежать. Так, что здесь? Вот как сделаем. Так, у меня мало хп, значит, надо где-то намутить зомби, чтобы отхилиться. Так. Ой. И перестать вот так падать. Что таким образом у меня хп только убывает. Так, туда вниз бежать без толку. Так, а куда бежать-то? Я сейчас просто по кругу, получается, пробежал. Ага. Там везде гравий. Ладно, побегу тогда вниз. Чем мне еще остается? Опачки, а вот проход какой-то мой. По-любому мой, чей же еще. Так. Как-то сильно темно. Так. Так, я хотел, конечно, зомби, но я его не ожидал здесь увидеть. Он вообще тут взялся-то. Так. О, мы знаем, что зомби это еда. Поэтому. Так. Интересно. Так. И куда это я вышел? Хм. Не понял. Куда это я попал? Так. Это вообще не исследованная часть. Так, а мне еще факелов нету. Лишь 4 штуки осталось. Так, там кто-то был. Если там скелет, то мне конец. Как бы там ни был, мне конец. Хотя. Да, там скелет. Там скелет.
Так, все. Сейчас кто бы по мне не попал, и кто бы меня не ударил. Я труп. Это вообще не радужная перспектива, скажу я вам. Так, что у нас здесь? Так, попробовать. А мне не хватит ресурсов на то, чтобы прокопать себе путь наверх. Если только... Так, если только вот таким вот образом. Старым добрым. Так, все. Тут надо надеяться, что на меня не упадет факел. Ой, не факел, а гравий. Если на меня упадет гравий, то он меня просто засыпет. Так. Еще, наверное, прям сильно глубоко под землей. Я подозреваю. И это что-то будет очень долго. Ну ладно, хотя бы можно будет, допустим, наверху отхилиться. И взять еще инструменты и прокопать себе ход сюда. Спускаться уже здесь, а не через те лабиринты. Так, ты где? Ух ты. Ух ты. Вот это да. Нет. Нет, все, все, я передумал. Я передумал. Так. Ага, это была плохая идея. Так. Ладно, идем, отступаем по траншее. Лето с таким количеством хп я точно не победю. Он меня просто пристрелит. Я даже ничего сказать не успею. Это прям хорошо, что он промахнулся. Так, снова ахтунг. Так. Угу. Так. Еще есть зомби где-то. Где-то булькает зомби. Туда. А. Так, ну вот там он взорвался, и хорошо. А, отлично. Вот жар свет. Наверное, сейчас надо по-быстрому. Прям максимально быстро, как могу. Так, цепа. Отлично. Так, у меня есть сырая курица. Ну ладно, буду есть сырую курицу. Ага, толку от нее особо и не было. Так, есть ли тут еще сырая курица? Вот что он забыл на стене?
Как он туда попал вообще? Я не пойму. Как они попадают на стену? Так. Получается, вот этот подземелье ведет прям вообще глубоко. Ой, и далеко за границей. Так. Это даже пока сложно представить их масштаб. А вообще я бы сейчас вот это была центральная часть, которая там, я бы ее зачем мне этот прям половинку. Который такой прям колодец. Я бы его сейчас раскопал и сделал бы проход наверх. Чтобы можно было сразу бежать в середину. Так, ну пока надо отхилиться. Это на данном этапе первостепенная задача. Это, кстати, по-моему, первый раз, когда я вообще вышел в подземелье. Прям просто реально выжил. Так, так, так. Что если просто копать вниз? Так, вниз-то копать можно, а вот зомби победить. Так, все. Еще и запас еды пополнился. Вообще замечательно. Так. Надо копать, наверное, вот два ряда. Чтобы вообще понимать, куда я двигаюсь. Так, надо будет потом отдавать себе отчет, что в случае того, если я сюда провалюсь, это будет очень плохо. Так, я не взял факела. Это была тоже ошибка. Так, ну сейчас уже поздно. Так, а куда это я спустился? Так, тут грибы. Ага, и скелет. Прям комбо. Грибы, которые нельзя ли есть, и скелет, который хочет меня убить. Обожаю. Прям идеальное сочетание. Так. Что надо максимально быстро хилиться. Так, настолько, наверное, хп хватит. Снова страшный звук. Там вот что-то моргает на карте. Я только сейчас обратил внимание. Так. Конечно же, не понял, что это моргает на карте. Но внимание я обратил. Так, нет, это выход. Тут мне точно не сюда. Так. Я сейчас еще не могу даже просто взять и проковырять куда-нибудь себе путь. По той простой причине, что у меня нет факелов.
И толку от этого, естественно, будет немного. Поэтому, если ковырять, то только какие-нибудь разведанные участки. Так, ну здесь я точно оборонялся от зомби, когда на меня толпа их вылетела. Главное вот в том, что в этом ли направлении их спаун или нет. Так, ну тут просто тупик. Так. Интересно там. Ладно, пока отправимся просто в неизвестность. Да куда хватит кирки? Просто вот так вот прямо. Потому что почему бы и нет, если могу. Так. Там еще что-то показывается, какая-то светлая область с водой и кучей врагов. Поэтому стоит посмотреть, что там. Вроде бы железо. Да, вроде бы тут железо есть. Так. Так, там какой-то оранжевый круг. Но боюсь, что это лава. Если это лава, то надо будет очень быстро закрыть дырку обратно. Так, я уже все ближе, поэтому надо сделать вот так. Ух ты. Так. Ага, там где-то лава булькает. Есть опасение, что мне это не понравится. Так, ну ладно, пробуем пройти дальше. Прям уже конкретно булькает лава. Так, конечно, либо подо мной, либо надо мной. Так, а если она надо мной, что тогда делать? Не поставить блок вот сюда. Ага, не сломалась кирка. Круто. Так. Ладно, если она все-таки там сбоку. Так. Видать, не с этого. Ладно, попробуем вниз копнуть. Так.
Ой. Да, будь там лава, это было бы все конец. Так, нет, значит, у нас сверху. Так. Ага. Ничего не видно. Ну, как-то вообще не привыкать. Так. Я думаю, если бежать вот так, то рано или поздно я натолкнусь на лаву. Так, все, я вышел. Я так уверенно копаю наверх. Что я буду делать, если там реально лава? Только походу я нашел, где лава. Так. Да. Ух. Ну тут теперь хотя бы светло. Но я испугался, что и с той стороны лава. Так. Ага. Сейчас я, наверное, просто выйду туда, откуда я и бежал, но это не точно. Так, железо. Мы соберем пока железо. Все равно делать нечего. Ага, и у меня осталась одна кирка. Так, поэтому надо выбираться отсюда. А не то, это я надолго прям застряну. Без факелов, без кирки, без всего. Так. Да, надо с собой начинать верстак уже носить. Даже если убьют, то это и без верстака, и без инструмента, и без всего. Прям вообще не радужная перспектива. Так. Ух ты. А, где? Где я вообще? Блин. Так, я не могу понять вообще, где. Ага. Так. Я куда-то выбрался. Только куда? Угу. Все, я понял, куда я выбрался.
Так. У меня закончились кирки. Ух, неожиданно. Так. Ай, зараза, задел меня все-таки. Не успел прыгать от него. Так, что я имею тут? Тут у меня получается куча скелетов, которые непонятно, которые меня сейчас застрелят просто. Да, все. Не успел убежать. Так, ладно, дождемся утра. Так что делать? А, как найти спаун зомби заново? Собирать все ресурсы в кучу не вариант точно. Потому что... А ты тут откуда взялся? Еще и столько вас. Как они там вообще очутились? Что не так с этой игрой? У меня там закрытая область, как они тут вообще оказываются? И как вот мне их сейчас победить? Вообще не представляю. Так. Ну хотя если они в целиком закрытом замке появляются, то удивиться, как они тут с открытым входом появились. Сверху. Ну, это вообще не удивительно. Так только как мне сейчас от них избавиться здесь? Не пойму. Так, у меня тут есть что-нибудь? У меня есть лук и 4 стрелы. Ладно, посмотрим, как это будет. С лука я, по-моему, еще не стрелял в Майнкрафте. Так. Это было страшно. Так. Надо убрать лук и стрелы. А если у меня получится скрафтить стрелы, то что? Так, надо еще посмотреть, что из костей делается. А, нет, у меня не получится скрафтить стрелы, потому что у меня ни черта нету. Угу. Ладно, попробуем тогда отхилиться. Всего одна стрела. О, ладно, сожжем доски. Ну, закину сразу сюда мясо. И... пеньки. Все, теперь надо идти собирать свои ресурсы. Что без них как-то тоскливо вообще становится. Так. Ой. Да что такое?
Так, ага. Кости. А где мои ресурсы? Где все мои ресурсы? Они же тут были. Зачем мне вот эти вот две косточки? Я что, собака, что ли? Очень интересно. Так, ладно. А вот мои ресурсы. И скелет с мечом. С мечом это лучше, чем с топором. У него и вообще стрелы были. Так, ладно, вроде бы. Вроде бы все ресурсы вернулись назад. Так, надо теперь подумать. Надо теперь подумать, как... как мне... разыскать спаун зомби. Меня что-то волнует больше всего. Потому что это основная задача. Так, надо скинуть лишнее. И все. Сейчас надо просто скинуть лишнее. Так. Что у меня тут? Так, стрелы есть, уголь. Есть. Железная руда. Булыжник, ладно, пускай будет. Так. Еще надо половину факелов взять. Меч у меня один есть, надо еще один. Так, косточки мне не надо. Да, и половину факелов. Даже не половину, а 16 взять. Потому что там все равно большая часть уже под факелами. Так. Ух, не упал. Это было бы больно и неприятно. Как там крипер? Там крипер. Ай, зараза, опять задел. Почему у меня вот ощущение, что он мне тут не должен сидеть? Так, это тупик. Тупик мне не надо. Нет. Так, зомби. Так, все. Зомби повержены. Отхилиться. Так. Сейчас должен хватить побить зомби. Ух. Победа.
Нет. Мисс Клик. Так, делаем сюда. Тропинку. Сюда факел. Сюда. И все. Так. Осталось 10 факелов. А тут тупик. Да. Не такого я ожидал. Тут тоже тупик. Да, и тут тупик. Так. Все, ура. Так, тут пик. Это надо попробовать вот сюда. Так, и здесь тупик. Странно. Прям очень странно. Тогда куда бежать-то? Если везде тупики. Так, я не понимаю. Тоже тупик. Вот в этом вот проблема того, что я везде натыкал факела. А убирать их тоже смысла как такового нету, потому как не все равно. Исследовать, чтобы собирать ресурсы. Там крипер. Застрял. А вы кто такие? Что это вообще такое? Там еще скелет или кто? Что за ежи? Я не понимаю, как это вообще происходит-то. Какая-то чешуйница. Откуда они там вообще повылазили? Так, все, ладно, сейчас пойдем тогда без оружия туда. Попытаемся найти это место. Что же, столько ресурсов потраченного никуда. Что это просто ужас. Так. Какой-то чернильный мешок откуда-то. Так, это не туда. Наверное, вот туда, наверх. Нет, не сюда. Так, сейчас бы еще найти это место.
вообще ура нашел. Меч. Так. А где эта гадина тут засела? Еще меч. Ух. Тут просто зомби. Ай, че много. Еще и сзади. Я бы сейчас считать на том же самом месте умер. Да, прям сложно. Еще скелет где-то бродит. Так. Летом разобрался. Так, теперь остался. Ой, с скелетом, говорю, с зомби разобрался. Теперь остался скелет, который вот тут. Фига, не одну жизнь оставил. А, где-то еще скелет. Там еще где-то скелет. Он получится просто, ему повезло, что он... мне повезло, что он промахнулся. Да, вот он. Ну, сейчас вообще без слов туда вылазить, потому что меня просто скелет убьет. И заново потом искать свои ресурсы. Так, никак еще и не посмотреть карту, не увеличить. Так. Так, а тут у меня получается тупик, но если его, допустим, увеличить, скажем, до, даже не знаю, до куда. Да сколько там этого гравия? Ладно, будем туда копать. И тут гравий. И тут гравий. Ну и так не круто. Ладно, будем туда копать чинишку. Так.
Так. Где-то слышно воду. Так. Ну, это, наверное, она где-то внизу. Почему-то я так думаю, что она будет внизу. Вот эта вода. Так, ага. И она, по-моему, просто меня наверх поднимет. Так что смысла туда нету идти. Так, это тоже просто выход наверх. Так. Еще так много темных зон показывается на карте. Я вот не пойму, это то ли... То ли это не исследованные, то ли это не исследованные зоны, то ли что. Еще у меня совсем не осталось хп. Так. Ладно, сейчас, значит, хилимся. И... Пытаемся, я даже не знаю, что сделать. Потому что я даже не знаю, куда бежать. Тут получится настолько гигантское подземелье, что это просто ужас. Так, тут я, по-моему... Так, если здесь я добывал уголь, то... Надо хилиться и выносить скелета. Вот это то и значит. Какие-то страшные снова звуки. Сейчас заново хилимся. Так, у меня остался всего один факел. Так. И у меня остался всего один факел. Один уголь, палок нету. Плохо. Так, это тупик. Если ты вообще зря сюда шел. Так. А значит... Так,
Так, значит, надо снять откуда-нибудь факел. Если здесь его снять, сильно темно будет. Да. Прилепим его вот сюда. Так. Следующий факел. Ага. Вот это нежданчик. Мне сейчас хп не хватит его победить. Так, ну там хотя бы теперь появился факел. У меня сейчас остался один топор. Так, кирки еще есть. И меч тоже еще есть. Так, все, теперь можно, в принципе, потягаться со скелетом. Силушка и богатырка. Так, где эта зараза? Вот эта зараза. А там еще и зомби. Там еще и зомби. Так, нет, все, отступаем. Отступаем. Так, все, я нашел спаун зомби. Так, у меня заканчивается топор, надо сразу взять новый. Надо снова убежать на своего скелета. Так. Ух ты. Так, это что такое? Седло. Так. Ага. Сундук надо тоже забрать. Он не понадобится. Так, факел. Факт, сейчас вместо булыжника вот сюда вот воткнуть. Так, да, все, тут тупик. Но получается, был не спаун зомби или спаун зомби. По крайней мере, это был клад, это точно. Что за редстоун? Красный камень, изумруд, наверное. Так, все, надо тогда выходить наверх. Тогда сейчас надо вылазить наверх. Любыми способами. В идеале оставаясь живым. И... И все, пока можно, в принципе, забить на подземелье. Ну как забить, можно пока ресурсы не понадобятся никакие, сюда можно в принципе не спускаться довольно долгое время. Так, сейчас бы еще найти выход какой-нибудь. Так. Так, это куда ведет? Это непонятно, куда ведет.
Так, надо попробовать на ту сторону перебраться. Так, все. Можно еще выше подняться. Все, мне сломалась кирка. Так, их еще две есть. Это хорошо. Что их есть еще две. Потому что выбираться сюда предстоит долго. Так. Ничего не видно. Ну, продолжаем копать. Так, это на улице еще и ночь. Да, перспектива вообще не радужная. Ну ладно. Сейчас куда-нибудь доберемся, проберемся, и все будет хорошо. Ну, уже слышно курить, значит, мы где-то близко к поверхности. Так, уже пошла земля. Не заметил паук. Я его тоже заметил. Паук, видать, сильно понадеялся на себя. И недооценил, что я его могу тоже прибить. Так, там еще и крипер. Так. Теперь большая загадка. Получается, я из подземелья поднялся на гору. Прикольно. Как бы это странно не было. Подняться на гору. Так, вообще что-то куда-то не туда пришел. Ой. Хотя, в принципе, туда. Только как-нибудь запрыгнуть. Не хочу бежать вокруг. Ну что. Все, ура, запрыгнул. Там еще где-то ведьма. Так, ну сейчас мне, в принципе, надо выложить все. Пока что. Так, сейчас сделаем оборонительный пункт. Надо будет еще поставить дверь. Так.
Точно надо в три вида делать. Барашки там пугают. Так, все. Вот так вот. Осталось только поставить вот сюда вот дверь. И все. Все будет красиво. Так, сундук. Наверное, его надо вот сюда вот ткнуть пока. А те припасы. Сейчас посмотреть, что это вообще такое, что у нас появилось нового. Крюк, динамит. А, так, пороха у меня 6, его надо 5, но у меня нет песка. Но он, песок это сейчас не проблема. Песок можно хоть прямо сейчас пойти накопать. Так. Так. А для чего он нужен? Печь, раздатчик. Так, часы. Часы надо золото. Для чего нужен выбрасыватель? Мне прям интересно стало. От чего-то не нужно, что ли? Так. Пока сюда все, что мне не надо. Так, булыжник, порох, седло. Что, кого седлать можно? Так, куча костей, стрелы. Так. Ветро пока тоже сюда. Так, все. Надо будет закончить стену, и все замечательно. Ну, а на сегодня ролик подходит к концу. Тем, кто смотрел до этого момента, огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Тем, кто смотрел этот видосик в шорт, обязательно смотрите полную версию. Оставляйте комментарии. И всем до встречи.